Убей ее! Все понятно. Это вирус, который захватывает его костюм и сводит его с ума. Нет, не все в порядке. Это чудовище убило мою мать и чуть не убило меня. Он повредил мне систему телепорта, но не полностью. Мне удалось в последний момент телепортироваться, но теперь телепортация работает нестабильно, и меня может телепортировать в любой момент, неизвестно куда. Нужно выбираться на поверхность, но телепортировать я вас не смогу. Но есть один выход отсюда – заброшенный лифт. Только так мы сможем выбраться, и, надеюсь, Эннерт не знает о нем. Это все из-за тебя, тварь. Ты разрушил все мои планы. Сначала ты убил Волбит, ибо Лора начала сомневаться в моей силе, и мне пришлось убить ее. Это ты виноват во всем. И теперь я остался совсем один. Я не знаю, жив ты или нет, но я все равно выпущу на тебя всю свою мощь. И от тебя ничего не останется прежнего. Держись. Кусок мусора. Ну, теперь мне стало немного легче. Надеюсь, с тобой покончено. А сейчас надо проследить за нашими товарищами и узнать, что они задумали. Так, нельзя больше медлить. Я чувствую, что Эннерт скоро вновь прибудет сюда, так что пора выдвигаться к лифту и выбираться на поверхность. Так, у меня мало времени. Я пришел в себя буквально на несколько секунд, чтобы сказать вам, что появился новый канал по анимации FNAF и не только. Это канал моего друга. Канал называется Shocks FM. Ссылку на него можете найти вверху в подсказке, а также в описании под этим видео. Ему срочно нужна ваша поддержка, и только ваша поддержка поможет ему и мне. Вирус в моей голове засел очень сильно. Давайте вместе поможем избавиться от него. Я рассчитываю на вас. Подпишитесь на канал Shocks FM, и возможно, это поможет мне избавиться от вируса. Он возвращается. Пока. Бонни, ты что-то сказал? Наверное, показалось. У меня есть идея. У нас завалялась взрывчатка. Давайте заминируем тут все. И как только выберемся, взорвем это место раз и навсегда. Хорошо. Готовьте взрывчатку и выдвигаемся. Чика и Фредди, помогите Бонни. Двигаемся очень быстро. И самое главное, держимся вместе. У нас мало времени.
так. Давайте быстрее заходите и отправляемся. Ну чего же вы ждете? Давайте, заходите. Прости, бэйби, но мы с вами не поедем. Наше место тут. Что это еще значит? А ну быстро в лифт, вы же погибнете. Мы уже давно погибли, еще когда создали этого Эннерда. И теперь настало время искупить свою вину перед всеми вами. Тут все началось, тут все и закончится для нас. Но это неправильно. Нечего тут думать. Отправляйтесь на поверхность, а мы пока заминируем лифт. И как только мы убедимся, что вы выбрались, мы взорвем тут все, чтобы Эннерд наверняка не смог выбраться. А ты, бэби, должна быть со всеми. Ты ведь ни в чем не виновата. Быстрее уезжайте. Осталось совсем мало времени. Спасибо за все. Я никогда вас не забуду. Так, ну что ж, давайте установим бомбу. Мне очень жаль, бэби, что так все получилось. Если честно, мне даже нечего сказать. Ладно, спасибо. Надеюсь, их жертва будет не напрасной. Бонни, потерпи немного. Скоро мы тебе поможем. О нет! Это Эннерд! Он нашел нас! Что же теперь делать? Не паникуйте и оставайтесь на месте. Надеюсь, наши друзья успели установить взрывчатку. И все сделают вовремя. Главное — держаться вместе. Это Эннерд. Он сейчас доберется до них. Быстрее! Давайте установим бомбу прямо под шахтой лифта. Нет! Мангл, держись! Я вытащу тебя! Фокси, ты должен отпустить меня, иначе Эннерд доберется до вас. Нет! Я не могу тебя потерять! Я не смогу без тебя! Я люблю тебя, Фокси, но ты должен это сделать. Ты должен. Я верю, что это еще не конец. Пожалуйста, отпусти. Я люблю тебя, Мангл! Нет! О нет, это опять началось. Нет, нет, только не сейчас. Марионетка, обещай, что позаботишься о них. Обещай. Обещаю. Надо взорвать тут все прямо сейчас. Но они еще не добрались до поверхности. Они могут пострадать. Но если этого не сделать сейчас, то мы и вовсе можем не успеть. Надеюсь, они успеют добраться до поверхности. Давай, взрывай!
держитесь, друзья. Друзья, вот и подошел к концу 6-й сезон сериала «Новая жизнь». Надеюсь, ожидание было не напрасным. Ведь впереди еще много всего интересного. Только ваша поддержка поможет нам и нашей команде. Мы рассчитываем на вас. Впереди еще 7-й сезон и много разных проектов, как на этом, так и на других каналах. Следите за новостями и подписывайтесь на все наши каналы и соцсети. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Мы ждем вас, друзья, а взамен на вашу поддержку мы будем радовать вас еще более интересными историями. Скоро увидимся и до новых встреч. Пока!